Всем привет, с вами Харрисон, и в этом видео покажу очередной способ фарма в Elite Dangerous 2.4. Ну что ж, приступим. Для этого нам нужна корабль для перевозки пассажиров. В моем случае это анаконда, и в нее я поставил каюты эконом-класса, абсолютно во все слоты. Далее летим в систему Hackhall на станцию, которую я оставлю название в описании. Далее заходим в комнату пассажиров и ищем миссии в соседнюю систему, которая где же вот в эту систему на вот этот космопорт. Суть, что лететь 4000 световых, 4 миллиона световых секунд, это примерно час, точнее не примерно, а я засекал 1 час и 5 минут лететь. Поэтому набираем миссии по максимуму. Я до записи набрал парочку. Платят за них, в принципе, нормально. 23 миллиона, 44 миллиона. Вот заберем на 30 миллионов. Подписываем их в каюту эконом-класса. Так, смотрим, может еще есть где-то. Так, вот на 31 подписать контракт. И тут есть вот еще вот одна фракция, у меня с ней не прокачана репутация, но они выдают очень сладкие миссии, как, к примеру, вот миссия на 60 миллионов. Нужно у них взять какие-нибудь миссии, чтобы прокачать хотя бы до приветливой репутацию, чтобы брать миссии, потому что я как столько релогов делал, у них очень много миссий падает именно вот этой фракции на вот такую вот сумму примерно. Плюс к этому вы еще прокачиваете свой торговый ранг. У меня уже элита, я один раз по сути слетал, и у меня там оставалось два ранга до элиты, и эти два ранга очень быстро я получил. Так что в этом способе еще вы прокачаете и торговый ранг элита и получите доступ в систему Шинрарта, в которой имеется очень... Точнее, имеется все оборудование, которое есть в игре, и все корабли. Ну что ж, а мы вылетаем в эту систему. Так. На космопорт, который находится в 4 миллионах световых секунд. Вот он. Так, и смотрите, чтобы пока делаете релоги, у вас не закончилось время выполнения миссии. Так как лететь час 5 минут, то когда у вас будет, когда останется время для выполнения миссии меньше, там, чем час 20, час 30, то уже нужно будет вылетать, чтобы миссии не провалились, и вы не потеряли еще репутацию с этими фракциями. Ну что ж, я буду вылетать, и встретимся уже на станции. Итак, вот мы прилетели на станцию, и сейчас будем сдавать наши миссии. Так, еще важный аспект, который я забыл упомянуть, это то, что нам нужно, чтобы в корабле были грузовые стеллажи, хотя бы на 4 тонны, так как за миссии нам выдают награду грузом. И когда не будет места для груза, нам не дадут миссию. Так что желательно поставить хотя бы на 4 тонны. Итак, смотрим. У нас довольно-таки большое количество миссий. Время еще есть. Вот 36 минут осталось. Так что мы успели. И начинаем сдавать. Было 971 миллион. К сожалению, как поднимается торговый ранг, продемонстрировать не смогу, так как у меня элита. Но скажу, что очень быстро. Так, начинаем сдавать. Так вот, сдали, 23 миллиона получили. Опять выкидываем с грузового отсека груз. Или продаем. Так, вот опять. Опять заполним. И не можем сдать миссии. Они просто исчезают, их нельзя сдать. Те миссии, у которых имеется груз вот в этой фракции. Сейчас вот здесь вот сдадим. И здесь появится опять. Так. Опять выкидываем. И здесь даем.
Так, нам приходит сообщение, то, что у нас репутация повышена. Хотя нет, не репутация повышена, а то, что пассажиры покинули корабль. Не знаю, зачем эти сообщения, по сути. Так, это все, что ли? Нет, еще одна не отображается. Перезаходим в комнату пассажиров. И вот она последняя. И вот еще 30 миллионов. И теперь у нас 1 миллиард 178 тысяч миллионов, точнее. А, ну, ранг не могу показать реально, как поднялся, но способ довольно-таки хороший фарма, но очень долгий. Минусы, что лететь реально 1 час 5 минут. А, ссылку на источник, где я посмотрел эту информацию, оставлю в описании. А с вами был Харрисон. Всем спасибо за просмотр и удачного фарма.